своих интересов. Его не любили, его терпеть не могли. Причем даже когда он стал кантором церкви Святого Фомы, ведь это место ему предложили уже после многих других. И церковь даже записала, что за неимением лучшего она вынуждена довольствоваться музыкантом среднего достоинства. И вот, живя в таком окружении, в таком, конечно, были там король Фридрих II, там, ну, знаете, первый воин вел на русских парламентцев, но был большим почитателем Баха, это тоже особая история, а сын Баха, у него был концертмейстером, король играл на флейте очень хорошо, и он даже отменил свой собственный концерт, когда приехал старый Бах, он его водил, и, в общем, Бах потом писал музыкальное приношение, но это редкие случаи, а с церковным начальством это было ужасно, и вместе с тем это никак, наверное, не затрагивало чистоты и необъятной глубины его музыки. Вот такая фантазия сольмажора. Почему она французская? Потому что средней частью, монументальной, где молодой Бах, еще веймарский молодой Бах, показал себя таким мастером гармонических, как это сказать, гармонического мастерства, то вообще гармония Баха, вот последовательность аккордов, она создает вот то самое важное для Баха ощущение беспредельности духовного пространства. И все это в торжественном, радостном, ликующе утверждающем ключе. Здесь Рождество утверждается как вселенный праздник, как вообще вера сама по себе, вера каждого человека. Пусть там человек не христианин, допустим, но слушая эту музыку, он укрепляется в своей вере. Он понимает, что альфа и омега в жизни каждого человека – это все-таки она. И вот в этой радостной, с одной стороны, ликующей трехчастной фантазии Бах в какой-то степени даже, наверное, превзошел самого себя. Потому что мне трудно отыскать столь полнокровное и столь необъятное духовно его рождественское органное сочинение. Фантазия, соль, мажор.